Машину за 17 тысяч. И что ж там не работал? А, да. Это несерьезно. Ну ладно. Захотелось же поэта. Поверьте, привожу хорошо. Там всегда что-то не работало. Это прям... Такое крупное, чтобы... Проект нельзя было запустить первый раз. Там... Да! Ругался на... Каталине старший брат. Лишняя сука. Ну, может, там что-то да было такое. Не, ну, то, что что-то не работает, то, что не входит в основной стек, это вообще это как... А как так и должно быть, в общем. Так, что тут сейчас у нас конфигурирует проект. Так, а тут запись надо врубить. Кордер. Упал кто-то. Вот. Что мы, собственно, будем делать? Ну, уплыло, в общем. Сегодня мы что попытаемся сделать? Мы попытаемся сделать еще одно сервисное приложение, которое будет обращаться к вот этому приложению. И, собственно, которое в части своей должно заняться там рисованием. То есть... графическим интерфейсом или выводом хотя бы чего-то, хотя бы на что-то. Да? Мы рассмотрим простейший пример там рисования, а остальные вещи оставим на более дальнейшее углубление. Ну и посмотрим конфигурации, собственно, как задается конфигурация, как можно считывать файлы конфигурации, куда их можно инжектировать и так далее. Вот. Соответственно, у нас есть старое наше приложение, которое вроде бы должно работать, учитывая то, что я просто перенес его в другую папку. Да, ну, приложение запускается. Ничего с предыдущей лекции здесь особо не вносилось с точки зрения изменений. То есть они остались такие же, как и были. Все конфигурации и настройки, ничего не менялось. То есть... Что я забыл залить? Плохой. Да. Я сегодня разделил, сегодня залью уже новую структуру. Все будет в одном репозитории. Ну, вот, поэтому будет немножко проще. Да. Так. Хорош. Значит, что мы сделаем? По сути, нам надо сделать небольшую реструктуризацию, было бы неплохо, но мы пока оставим все так, как есть. Мы просто создадим новый еще проект, новый сервис, положим туда новый сервис. То есть нам нужен будет новый спринговый application, который мы будем, собственно, использовать для обращения к текущему спринговому application. И там поймем, зачем нам нужны, собственно, тесты и зачем нам нужно заниматься заглушкой. Да, то есть нам нужен новый проект. Ну, нам где папка? New. Нет. New directory. Назовем его Books View Service, то есть папку просто и положим сейчас все туда. Вот.
То есть создаем такой же самый спецуголовый проект, как и был. Вообще, в принципе, он будет идентичный текущему, как и был, но применять мы будем его. Еду. То есть назовем его. По-хорошему, каждый проект у вас должен находиться в своем репозитории для того, чтобы они не мешали друг другу в плане Continuous Integration, то есть когда происходит коммит, чтобы у вас не происходило обновление там ненужных частей вашего проекта. Но... Да, модульные проекты тут не вообще, можно даже сказать, худший вариант в плане того, что... Ну, во-первых, как бы будет происходить триггер определенный, да, то есть вы подписываете определенный триггер на изменения в... гитхабе там или любом другом гит репозитории, интегрируйте его с своей билд-системой, билд-система будет триггерить изменения на всем репозитории в целом. Есть вариант разложить это в разные бранчи там или думать изобретать, но проще как бы в данном случае разложить это по отдельным репозиториям. То есть репозиторий, который отвечает за, там, условно говоря, за морду вашего сайта, должен находиться в отдельном проекте. Плюс с этим репозиторием есть большая вероятность того, что должны работать другие люди. То есть, соответственно, там верстальщики и прочее. То есть им смотреть на бэкэнд не надо. И заниматься бэкэндом им тоже не надо. Поэтому, как бы, тут надо все максимально разделять и никого куда не надо не пускать. Да, и сервисы, по сути, свои должны быть маленькими, то есть они обеспечивают основную функциональность и все. То есть за счет того, что они маленькие, вы их легко можете включать, отключать и замещать в системе. Ну, соответственно, поднимать. Так, что мы. То есть нам надо обязательно будет веб. Нам надо будет обязательно. Там можно всего чего накидать. Чего душа угодно. Нас интересует больше только веб. А версии идет же, по-моему, по умолчанию, да? Я не помню. По-моему, там по умолчанию Tomcat стоит. Там стоит Tomcat, поэтому как бы желательно после окончания разработки выключить Tomcat и поставить что-то попроще. Ну, то есть, если вы ограничены в ресурсах, или если ваш заказчик ограничен в ресурсах. Если вы не ограничены в ресурсах, то используйте, ну, как бы там, Tomcat, JBoss и так далее. Попроще. Jetty, Netty всякие. И т.д. и т.п. Ну, а то, что еще изменяемо нормально работает... Но тут из коробки только Tomcat, больше тут embedded Tomcat, но его можно поменять. То есть в Maven просто переключить зависимость на другой сервер. То есть это все в Maven делается. Здесь как бы нету, по-моему, вообще ничего относительно того, чтобы выбрать, какой сервер используется. Вот, а в Maven можно, ну и в Maven, и в Gradle можно зайти, просто руками перебить на то, какой хотите сервер. Ну а ты с чем работаешь? У нас был Tomcat. Мы сейчас поняли, что он прожорливый, и надо поменять его на что-то другое. А, не определились, на что конкретно пока что. Ну, то есть, ну, у нас все равно Spring Boot, поэтому замена с точки зрения сервера будет всего лишь замена одной зависимости и проверка того, что ну, ничего там не отвалилось, не, пока находились. Есть какой-то проверенный хороший аналог? Мы когда-то использовали там что-то из семейства Jetty или ответвление от семейства Jetty. У нас была задача с маленьким, где нужно было маленький-маленький сервер, короче, впихнуть его в маленькую embedded плату на Raspberry Pi. То есть мы использовали его, я забыл, как он называется. Он именно обеспечивает самые базовые как бы возможности и работает, ну, то есть потребляет еще меньше, чем там Jetty, допустим. Вот. Но забыл. Вот. Это было давно. Мне было настолько неинтересно в то время, что мы туда запихнули. В общем, где есть такие аналоги. Вот, с точки зрения, когда вы уже делаете веб-морду, там есть вероятность того, что вряд ли вы будете делать веб-морду на Java. Ну, потому что фронтенд-разработчик проще работать с чистым JavaScript, и, соответственно, JSP-страницы в данном случае только портят всю лафу. Но, поэтому, как бы, там будет Angular, наверное, React и прочее хипарёвское детище. Jetty нормально, да, работает?
Поменьше ресурсов. Ну, да, ест поменьше, занимает поменьше. Мы не пробовали насчет его стабильности и, допустим, заменяемости с Tomcat на Jetty. То есть, есть ли проблема или нет. Вот запустим, посмотрим. Ну, в планах есть, потому что у нас текущий сервер поглощает 16 гигабайт налегке. Это нехорошо. Вроде бы, и причем, что у нас простейшая система, которая подключена там, ну, не девайсов. Это вообще должно быть ни о чем, но почему-то у нас потребление ресурсов нереальное. То есть и на базе, и на этом. Ну, то есть с базой мы там придумываем другие извращения. Вот. А с точки зрения самой Java тоже надо посмотреть. У нас когда-то был проект на микросервисах, и мы поняли, что когда вы используете обычные микросервисы с Tomcat'ом, там, ну, сам сервис занимает 300 мегабайт. Это плохо. Ну, то есть даже с точки зрения в контейнере, то есть он легко выходит за предел Java Memory в 300 мегабайт. И, соответственно, нормально запустить там даже на хорошей девелоперской машине все сервисы было очень сложно. Поэтому мы искали замену. Вот. На тот момент остановились тоже на Jetty. Вот. А потом мы просто забросили проект. Бывает и такое. Вот. Теперь к нашим барам. То есть создается такое же приложение, как и было, такой же Split Boot Application называется, он по-другому лежит, он там в другой папке. Понятное дело, что мне надо было бы создать структуру приложения немножко по-другому, но в общем пока что пойдет и такая. Вот, то есть SRC стандартный, единственное, что мы посмотрим немножко на ресурсы. Вот у нас в ресурсах появляются там две папки, они по сути появляются в любом проекте веба. Static Templates. Вот, статик содержит в себе статические ресурсы, соответственно, если у вас есть HTML странички, CSS странички и прочая ерунда, которую вы хотите, чтобы корректно отрисовывалась, то есть, или корректно получалась спрингом, то есть, ложите ее только туда. Во всех других случаях вам придется настраивать путь к вашему, к вот этой вот папке, и это будет занимать, ну, неприятное время, то есть, еще и гайда нормального не найдете. Вот, в темплейтах лежат шаблоны, это как раз шаблоны этих JSP страничек, да. Вот, вот эти шаблоны будут использовать паттерн MVC для того, чтобы рисовать. То есть до этого мы создавали REST-контроллеры. Задача REST-контроллера служить, по сути, как источником данных. То есть он выступает источником данных. То есть он — это настройка над базой данных. То есть он полностью внутри себя там инкапсулирует, ну, не только над базой данных, он инкапсулирует определенную часть бизнес-логики, он инкапсулирует себе работу с базой, он инкапсулирует себе работу с кэшом и так далее, и так далее, и так далее. То есть, по сути, наш могущественный REST-сервис представляет собой такой слой модели в целом, с точки зрения всей системы, если рассматривать всю систему как MVC. Вот. Соответственно, как работает MVC-паттерн в Book Control. То есть нам нужен еще один контроллер, тоже называем его Books Controller. На самом деле название не имеет никакого влияния на нашу работу, поэтому могли назвать его как угодно. Единственное, что пометить мы его должны не просто как аннотацией REST контроллера, а как аннотацией просто контроллер. Хотя можно и не помечать. Ну, то есть можно также ставить REST контроллер, но там настроить response entity. Мы этим не будем заниматься. То есть отличие между обычным и REST-контроллером состоит в том, что REST-контроллер должен возвращать что-то, что конвертируется в response body. То есть это что-то, что должно превращаться либо в JSON, либо в XML, либо в любой другой структурированный ответ для представления данных. То есть он не должен заниматься визуализацией этих самых данных, то есть подставлением их в шаблон. Вот. А контроллер как раз... То есть это с того же времени, как был Spring MVC или просто MVC, да, то есть задача контроллера взять данные с модели и отрисовать данные на презентации, то есть на view. Вот. Соответственно, сейчас будем смотреть, как это выглядит. То есть нам нужен там, допустим, будет метод. Вот.
тот же самый, по сути, request mapping. Единственное, что у нас в данном случае по request mapping, ну, все запросы будут get, потому что мы подразумеваем, что мы навигируемся в браузере, да, то есть нам не нужно что-либо. Поэтому у всех у нас будет метод get. Ну и здесь path будет тоже books. Вот. Ну, у нас был там порт 80-70-70, здесь путь будет 90-90, чтобы мы не пересекались с ними. Да, то есть просто создали метод, просто описали request mapping, так же, как мы описывали до этого, да, то есть указали, что этот метод должен называться по get-запросу, отрабатывать должен он на /path, ну и, соответственно, возвращает нам какую-то строку books. Сейчас посмотрим, что это за строка. Ну и надо теперь запустить второе наше приложение. То есть приложение запустилось. Да, пишет нам ошибку. Самое важное в этой вот всей ерунде, ну, во-первых, да, я здесь неправильно еще назвал, там, циклическую зависимость сформировал, это не имеет значения, да. То есть он говорит, проверьте свой view resolver, то есть насетаплен он у вас правильно или не насетаплен. Что такое view resolver? Задача view resolver — находить необходимый шаблон по определенному имени. То есть когда вот здесь вот мы, допустим, написали books, это не просто текст books. То есть это указание спрингу, допустим, что он должен найти шаблон по имени books в нашем списке темплейтов. Да? То есть поэтому вот здесь вот в темплейтах должен появиться файл, который бы назывался books.jsp. Ну и тут h1 hello books. По-моему, там можно просто как HTML выдать. Но этого все равно ему недостаточно. Сейчас. Просто он тут идет циклически. Может, JSP еще будет именно сервер создавать? Не, он не создаст сервлет. JSP здесь просто как этот? Как шаблонизатор. Переименуем, чтобы не было никаких циклических зависимостей. А я возвращал букс, и он пытался найти этот букс. Вот, потому он писал про циклическую зависимость. Вот. Ну, да, я думал, что контент резолвер настраивается по умолчанию, не настроился. Вот, поэтому нам нужно настроить контент резолвер сейчас, точнее view resolver, pardon. Весь контент
То есть до этого мы еще не создавали классов конфигураций. Ну, теперь пришло время. Да. А в принципе, как бы, ну, то, что мы смотрели раньше, когда мы создавали там просто методы и помечали в них bin, да, то есть можно было приступать так, но обычно, как бы, если вы хотите, чтобы какие-то классы были загружены раньше, чем остальные классы, да, то есть, соответственно, у вас произошла эта адаптация вашего приложения, то есть вы должны пометить там, допустим, ваш класс аннотацией configuration. Вот. Что это будет значить? Это будет значить, что Spring попытается загрузить вот эти классы сразу же, ну, то есть в первоочередную. То есть сначала он загрузит их, а потом он уже будет загружать там контроллеры, сервисы и так далее. Да? То есть это те классы, которые важны в плане настройки, то есть они имеют первоочередное преимущество. Вот. И, соответственно, нам тут надо вот экстендится от нашего. Да, старая вещь. Ну, ничего. Если вам понадобится расширить какую-либо конфигурацию внутри спринга, то есть там есть множество адаптеров. То есть, по сути, вам всегда надо будет наследоваться от какого-то адаптера. То есть либо там WebMVC конфигур адаптер, либо там resource конфиг адаптер, если мы дойдем до ауса, либо там сервис конфиг адаптер, либо веб security адаптер и так далее. То есть это все будут определенного рода адаптеры. То есть вы будете наследоваться от них для того, чтобы проверить конфигурацию. Вот. Ну, мы наследуемся от того, что deprecated, но это ничего там. Наверное, какой-то другой путь, если не добавили. Сейчас, нам важно. Блин, не то. E-resolver, extend exception handler, resolvers, debug controllers. Мы потом найдем какой-то более-менее адекватный подход к нему. Тут может быть просто не все то, что задеприкейчено, на самом деле еще задеприкейчено, потому что надо задеприкейчено. Иногда другого способа, там, допустим, это сделать нет. Ну, рассмотрим вот этот пример, примерно 100% работает. Вот. То есть вам нужно создать объект, который называется ViewResolver, и заменить текущий ViewResolver, который находится в вашей системе, на тот, который есть. Что это за объект ViewResolver? То есть ViewResolver должен заниматься тем, что он должен искать View, то есть шаблоны, там, JSP-странички, HTML-странички и так далее по определенному паттерну. То есть, соответственно, чаще всего он ищет с помощью двух указателей. Это префикса и суффикса. Что значит собой префикс? Префикс – это, условно говоря, папка, в которой находятся интересующие нас шаблоны. Да, то есть нам нужна будет template. Да, вот она. Да. И, соответственно, суффикс – это то, как, ну, разрешение наших шаблонов. Да, то есть JSP, допустим, странички мы будем искать. Можно указывать любое, там, если вам придется настраивать там, под SEMLIF, под еще какой-то шаблонизатор, или там просто HTML захотите использовать в качестве шаблонизатора и так далее, то есть все это настраивается ViewResolver. То есть вы своим ViewResolver должны всего лишь указать то, в какой папке и с каким расширением необходимо искать файлы для того, чтобы они были сопоставимы в нашем контроллере. Ну, он должен был это сделать по умолчанию, но я почему-то не вижу их, что мне не нравится. Может быть, я не включил галочку, что надо было добавить там JSP-шный ViewResolver, потому что он предлагал SEMLIF. Но я предполагал, что по умолчанию там уже какой-то есть. Но
Не, слэш там был лишний лидирующий, по всей видимости. Ну, то есть он, то есть вот он идет в папку, он идет в папку, ищет template, буклист, видно, да, то есть что, когда у нас происходит обращение к буку, то есть он идет в папку template и пытается загрузить вот этот шаблон. Ну, точнее, он строит путь, по которому необходимо загрузить интересующую JSP страничку, но он ее не может загрузить, я предполагаю, что из-за лидирующего слэша. То есть он там не нужен. Да, то есть, вероятнее всего, он просто неправильно маппинг путь. Нет. Нет. No mapping. Get template. Так. Может тогда сказать, что там, типа, сослаться на корень, на рутовую директорию проекта? Не-не-не. Ну, блин, это какие-то длинные мануалы. Я помню, что там все просто было. Мы можем. Может быть, он не понимает, что это JSP. Мы не юзаем вообще шаблонизаторы. Даже близко морды не разрабатываем на Java, поэтому сорян, да. Не знаю. Нет, странно. Теперь все очень странно. А, вот он. Уродец. Вот так. Думаю, все реально, если кто-то нас пытался запутать. GSTL не нужен. Автоконфигурировали и не автоконфигурировали. Не, не хочет он идти сюда. Не хочет он идти сюда, я не знаю почему. Прям. Попробуй создать проект, может там можно выбрать из. Резолвер из списка. Ну просто таска такая, все блин с ней сталкиваются. Не думаю, что она из коробки. Да, она давно как бы предлагают еще через конфигу убрать. Давайте сделаем еще. А,
префикс предлагаю. Templates. Ну, вебин вроде там не надо было делать. Он дело в том, что должен был быть на автомате вообще сконфигурить, а он почему-то не зашел. Что-то то, что самое непонятное. Какая же там тогда автоконфигурация, если он не работает. Причем диспатч все лето. Так, я в чего-то не включил зависимость. Меня почему-то это чувствуется. Да вот слив. Так. Да бред какой-то. Откуда он берет сервлет? Какой-то бред. Микробы это. Да. Ладно. Мы будем разбираться чуть позже. Пока что это не столь критично, потом разберусь, где делся этот резолвер, куда его правильно там затолкать. Бо не работает ни то, ни то. Да, это, кстати, ваша судьба работы со спрингом, потому что вы будете видеть конфиги старые, новые, все в перемешку, и не будет работать ни то, ни то, или там что-то вообще не будет работать. Поэтому зря вы пошли на Java. Вот. Мы сейчас подготовим просто немножко внутри, а потом посмотрим, что нам надо сделать. Да? То есть, кроме того, что у нас здесь будет происходить рисование, да, так мы предполагаем, что мы, вероятнее всего, хотим получать, ну, то есть, отрисовывать какую-то информацию. Перед тем, как ее отрисовывать, нам необходимо озадачиться вопросом, как нам эту информацию получить у второго сервиса. Да? То есть, мы же не можем просто как бы так взять методы и вызвать методы из другого application, да? То есть мы не знаем, где находится тот другой application, но по сути вообще ничего о нем не знаем, да? Поэтому нам необходимо озадачиться вопросом, откуда и каким образом взять данные у book сервиса, который мы создали раньше, как эти данные преобразовать к той структуре, которая нужна нам здесь внутри нашего приложения, и потом как эти данные непосредственно передать в наш контроллер для отрисовки. Рисовкой мы займемся позже. Вот, не получилось. Вот, соответственно, у нас есть... То есть нам нужен сервис, который пойдет и вернет нам наши данные. То есть ничего не меняется с точки зрения классической модели разработки.
То есть у нас как был принцип, там, что у нас есть контроллер, есть сервис, есть какой-то репозиторий. В данном случае репозитория у нас не будет, у нас будет непосредственно обращение к тому внешнему ресурсу, получение данных у внешнего ресурса, конвертация этих данных и возвращение их нам в обычную нормальную форму. То есть нам нужен будет какой-то метод, который нам вернет букву. Да, единственное, что нам тут тоже не хватает новой модели book. Или там book DTO назовем ее, неважно. Давайте. Пусть будет book DTO. Ну и в пакет ее. Book DTO. То есть наш будет book DTO. Как у нас было раньше, в книжке у нас по-прежнему будет там, ID-шник. Ну, мы можем здесь написать сразу int. Смотря где. Смотря в каких ситуациях. Если мы работаем с базой данных, лучше обертки. Обертки будут указывать как раз на отсутствие данных из базы. Ну, то есть, да, в базе у нас есть три значения, да, то есть у нас есть там, как это, ну, true, false и null, да, то есть с точки зрения булевой логики у нас есть три значения, с точки зрения, допустим, примитивов, да, то есть у нас есть там два значения, null и реальное значение 0. То есть, если вашей системе нужно именно сама суть отсутствия значения, да, то есть отсутствие записи, то есть, допустим, может быть разница ситуации между тем, у пользователя на балансе 0 долларов или 0 долларов, то есть 0 долларов мы подразумеваем, что у него еще нет счета как такового, да, а 0 долларов значит, что у него, наверное, есть счет и там просто нет денег, то есть две разных вещи, как бы. Ну, просто может быть и null, как бы, такой, да, пример может быть нехороший, но в системе, допустим, null может быть необходим, явно нужно его представление, то есть не сведение к примитивному типу, не сведение к дефолту какому-то или еще к чему-то, а именно к тому, что это null, ну, то есть, потому что, как бы, там, ну, плохо, но никуда не деться. Во-первых, с баз данных никто так и не выпалил понятие отсутствия значения, то есть никаким другим образом, кроме как null или там undefined, его не определить. Вот, поэтому, а так как мы работаем с базой данных, и куда бы мы ни девались, нам нужно обойдуть это отсутствие значения, то есть тоже как бы никуда мы отсюда не убежим. Проблема там будет на самом деле только в, ну, в выборке данных, да, да, то есть если у нас как бы есть только строго примитивы, то тогда хорошо, мы можем задавать строго примитивы. Если там же все-таки возможен null, то нужен integer, нужны другие значения, по-другому не получится. Или же забивать все на уровне базы, что есть дефолтное значение. Ну, тоже как бы такой спорный момент, то есть нужно, потому что null все-таки указывает на отсутствие значения. Да, то есть как бы вот, ну, то есть... Как говорится, вот есть человек, да, у него там есть колонка родственники или родственник. Предположим, что у человека есть один родственник. Да, соответственно, если там null, значит у него нет родственников просто на это. А если там какой-то по дефолту задается родственник, ну не у всех одинаковый родственник по дефолту будет. Да, то есть, optional, да. Java, фичи Java 8 используют даже там, где надо, и там, где не надо. Поэтому как бы, ну, без нее никуда. Единственное, что применяет из последних апдейтов Java, это, соответственно, лямбда и optional. Все остальное можете даже не смотреть. То есть, если вы там боитесь, что вы пропустили в апдейт Java 9, не волнуйтесь. Java 10, не волнуйтесь. 11, не волнуйтесь. Самый серьезный апдейт был в Java 8, все остальное вообще ничего собой, ну, с точки зрения кодинга не принесло. Да и вообще, наверное, никакой пользы, допустим, сейчас сиюминутно, и с точки зрения, что надо срочно бежать, переходить, тоже не принесло. А стримы тоже в 8? Да, стримы пришли в 8, поэтому как бы, ну, лямбда. Все, что связано с лямбдами, то есть, да. Ну, тоже надо там очень аккуратно, потому что как бы есть, в общем, без фанатизма. Ну, вот как так вот объяснить, потому что как бы...
Не проблема в том, что вы начинаете применять везде самые новые фичи, то есть, но иногда просто они не нужны, просто иногда вот там везде лепится optional, вот везде, просто везде, везде, и делается везде проверка, null он или не null, то есть, если уже как бы заменять, замените ее именно на null. Проще, красивее и элегантнее. Никуда он из Java не денется. Не выпрям. Если я на проверку на лоб, то лучше вообще не переделать. Ну, да. Ну, то есть optional, по сути, должен заменить был собой нуловую логику, да, но просто как бы вот у нас там есть optional, да, то есть как бы off там, допустим, new будет, о, как классический, да, то есть там берется какой-то входящий аргумент, оборачивается в этот, и начинается какая-то построение логики. Так вот, надо понимать, оно там надо, оно там не надо, и что со всем этим делать. То есть можно, в принципе, красиво это все обернуть. Типа, например, да, вот красиво будем писать там метод по созданию книжки. Да, там, save book. Напишем его уже здесь. Вообще, он генерик. Generic. Вот. Он, допустим, у вас там есть, допустим, метод появления создания книжки. Да, то есть, как бы, как мы его могли бы писать в старой логике. И, в принципе, ничего плохого, если вы напишете там в старой логике, там не было. Да, то есть, если у нас null, то надо сделать там, допустим, throw new invalid аргумент. О, инвалид, да, то есть невалидный аргумент exception. Там написать типа book is null. Что он еще хочет? Массив стрингов. Массив. Но он аргументом хочет массив строк. Инвалид аргумент exception принимает массив строк. Потому что надо здесь вот типа написать. Да, он handler, оказывается. Я думал, что он runtime, да? То есть, да, а потом дальше у нас пошла логика, типа, по сохранению книжки. Да, то есть, ну, вот это по классике, допустим, без optional. То есть, с optional, понятно, мы могли бы там написать, допустим, красиво. Мы могли бы обернуть весь этот наш в букву. Вот. Соответственно, что дает метод of? То есть он проверяет null или не null. И у нас есть два действия, да? То есть, и соответственно, мы можем просто определить, что если книжка null, то вызвать, допустим, метод oElse, да? Или, соответственно, как бы, если книжка не определена, то, допустим, выбросить исключение. Вот здесь это есть красивый метод oElseThrow. Вот, который у нас подразумевает, что надо будет выбросить исключение вот это вот. Off проверяет. Не, off. Off ну был. О, пардон. Пардон. Да. Off null был. Это что по off он просто создает optional внутри бука. Ну, off просто должен работать как обертка. Ну да, он просто объект. Да, а этот. Да, то есть, соответственно, ну, то есть, код вроде бы может стать красивее, да, то есть, соответственно, что мы можем написать, что если там, допустим, у нас случилась непредвиденная ситуация, что мы не нашли книжку, да, то есть в таком случае мы как бы выбрасываем исключение. Иначе мы, допустим, продолжаем работать там, вот book.dto. Наш book.dto. То есть иначе он вернет нам результат книжки и так далее. То есть можно эти optional пилить где угодно. Вот. То есть насколько оно стало красивее с учетом того, что мы убрали null или не красивее, непонятно. Кому как удобнее. То есть если вы уже привыкли к лямбдам, то да, можно писать спокойно лямбда. Если вы еще не привыкли к лямбдам, то лучше их не использовать.
Да, то есть в любом случае вам придется к ним переходить, то есть это не, то есть, ну, необсуждаемый вопрос, скажем так, да. Но, то есть надо понимать, где они есть. Если у вас реально есть там вот работа со стримом, да, там лямбда решает как бы очень классно. Если у вас нет этой работы со стримом, ну непонятно, насколько оно красиво. То есть насколько вот этот код лучше того, что мы написали с ифом. То есть с ифом мы четко видели, да, то есть когда у нас был пример, да, то есть мук, да, то есть если у нас книжка там равнялась ну, да, то есть мы что мы здесь не хватает закрывающейся скобки, да, вот, да, то есть с ифом мы по сути явно видели, ну то есть мы читаем вертикально весь наш код, да, то есть мы понимаем, что вот у нас тут ну значит исключение. Да, вот тут вот вам надо уже просмотреть, откуда появился вот этот while throw и так далее. Там же можно ссылку на нее сделать, это invalid exception. Где? Ну, тут for else row, я так понимаю, это метод, который создает объект, А, да, это supplier, exception. это лямбда, вот. Надо тебе объект возвращать. Да, а он потом сроуется. Метод А olthrow, то можно есть он написать выбрать. invalid argument exception, двоеточие new. Да, по идее, возможно, нет, я думаю, наверное, нет. Иначе он бы предложил. Ну, интересно. Вот обращайте внимание. Не, он аргументы же не видит. А, так ты аргумент можешь... А, все, я понял. Ничего мы там не можем затолкать пока что. Это, ну, как бы, если бы, допустим, там у нас был просто просто без аргументов еще можно было что-то поизобретать. И то все равно как бы бессмысленно. Да, то есть как бы непонятный в данном случае как бы ни преимущества того, ни минусы того. То есть они как бы с точки зрения выглядят одинаково. А с точки зрения, допустим, legacy кода, вот этот код, ну, то есть вы будете встречать гораздо чаще. То есть если у вас уже платформа новая, там везде будет, допустим, 8-я лямбда. Но если у вас проект старый, а перевод там, допустим, просто писать новые куски кода на лямбде ради того, чтобы внедрить лямбду и показать, насколько вы хорошо в ней разбираетесь, выглядит будет глупо. То есть проект должен выглядеть в одном стиле. То есть это по сути основное правило, то есть чтобы у вас не появлялось там ощущение, что его писало десяток различных людей, каждый там со своим мнением, со своим стилем, а потом это все приводить к единому формату. Вот. Лямбда хороши. Юзать однозначно да. Вот. Но если проект старый, значит смиряйтесь и пишите в старом стиле. Вот так. Ну, допустим, мы оставим кусочек пока что, да. Что у нас появляется? Вот у нас появляется метод getBooks, да, который должен куда-то пойти и откуда-то взять книжку. Ну, то есть, соответственно, он должен знать, куда ему необходимо пойти для того, чтобы взять вот эту самую, вот этот самый массив книг. То есть мы уже знаем по предыдущему примеру, когда мы ходили в Postman, да, то есть для того, чтобы взять книги, нам надо пойти на определенный адрес, выполнить get запрос по этому определенному адресу, если мы хотим там пагинацию, передать эту самую пагинацию. Да, то есть здесь все сохраняется ровно так же, как и было до этого. Единственное, что нам необходимо. Нам необходимо указать адрес нашего сервера, к которому мы будем ходить. То есть вот эту вот длинную строку URL. Мы ее сразу зададим, давайте просто как константа, и потом вынесем туда, куда и необходимо быть. Когда в Java введут автоматическое разрешение типов, можно будет жить прекрасно. Ну, то есть, когда он автоматически может определить тип ссылки по типу значения. Не придется мучиться. То есть, я напишу здесь вот так, и все. И больше про половину типов можно будет забить. Вот. А, то есть, в JS уже есть. Жаль, в 10-й вары появились. Уже не надо писать, он сам понимает. Все равно ерунда. В 10-й Java вары добавили.
хедшота умная появилась в Java. Можно не писать. Ну, поздно, знаете, уже не надо. Вот, вот такое. Уже ощущение, когда ты смотришь и думаешь, зачем? То есть, вот проблема Java, кстати, во многом состоит в том, что многие вещи, ну, то есть, добавляются уже, когда все уже к этому пришли просто. Вот, знаете, последних этих. А, да, мы идем на сервис, который у нас хостится на REST, сервис, который у нас хостится на REST, находится на порте 7070. То есть текущий у нас на 9090, сервис, который идет на REST, у нас на 7070. Да, и, соответственно, нам нужен вот такой вот адрес, books. То есть адрес у нас есть. Осталось обратиться к этому сервису, выполнить запрос, получить результат, разобрать его и насладиться жизнью. Что нам для этого нужно? Есть великолепный объект, а в спринге называется REST Template. Можно его создать, кстати, можно его автоварить. Мы его просто потом создадим. То есть этот вот объект REST Template позволяет вам выполнять запросы к любому другому сервису по HTTP. Есть только у него. Сейчас. То есть, что у него есть за методы? То есть, у него есть все те методы, о которых мы обсуждали до этого, HTTP методы, аналоги у них названы. То есть, если вам нужен delete запрос, который вы выполняли до этого в браузере, то есть, вы ищете метод delete. Если вам нужен метод там get, вы ищете метод get. Если вам нужен метод там post, вы ищете метод post. Причем, они все перегружены, которые позволяют вам удобным образом отправить туда объект, удобным образом получить объект, удобным образом его разобрать. То есть нас вот есть, интересует метод get. Метод get поддерживает вот перегруженные методы get for object, да, каждый из которых позволяет нам каким-то образом конвертировать результат, который мы ожидаем от нашего сервера. То есть сразу же преобразовать текст, который пришел в формате JSON, XML и так далее, в любом другом, который нам там нравился до этого, да, сразу же преобразовать его в объект того типа, который мы хотим получать. Да. Я его ранее передал. Вот так. А почему там массив, а не, допустим, лист? Ну, мы сейчас попробуем с листом. Просто вы должны понимать, что за счет того, что в Java дженерики стираются по типам, не всегда удобно десериализовать дженерики. Поэтому, если у вас где-то там будет встречаться дженерик и, то есть, дженерик T какой-то, да, то есть у него могут возникать проблемы с его десериализацией. То есть в там, библиотеке Xon для этого надо писать кастомный объект, который позволяет извлечь непосредственно тип самой коллекции самого объекта, то есть, ну, небольшой там, небольшое расширение. Вот. В Jacksonе тоже для этого есть манипуляции, как эти проблемы решаются. Поэтому, как бы, там 100% написан book.dto, то есть он 100% это все конвертнет. Потому что вот эта вот штука. Вот. То есть он даже сразу будет там cannot select from parent. Parameterized type. Да, то есть он сразу будет говорить, что что-то не то. То есть на самом деле, когда вы передаете вот так, то сериализатору приходит всего лишь вот так. То есть он не знает, какую модель ему надо разобрать. То есть какой конкретно объект надо искать для сопоставления. Поэтому там используются дополнительные методы для передачи вот конкретно самого типа book.dto в лист, там ArrayList и так далее. Поэтому мы поменяли на... На массив.
Вот. В принципе, как бы с точки зрения работы там JSON и так далее, нам всегда будет приходить какой-то массив, поэтому конвертация к массиву это не проблема. То есть уже по своей бизнес-модели будете решать, там, надо ли вам массив или нет. А конвертнуть, допустим, в нашем случае массив array. С той стороны мы можем отправить лист, а с этой разобрать. А с той стороны мы все равно отправим как массив. В JSON нет понятия коллекции или не коллекция. Мы отправляем множество, то Просто есть там есть множество, множество, все. да. То есть поэтому он рассматривает это все только как множество. Вот. Да, то есть вот такой у нас как бы метод появился, getBooks, который по идее идет к REST-темплейту, выполняет запрос к REST-темплейту, то есть возвращает нам объект, и мы с этим объектом что-то делаем. Можем как бы для красоты уже написать вот так. И оставить это дело вот так, как есть. Вот. Соответственно, что мы делаем дальше? Мы вспоминаем про наши любимые тесты. То есть старайтесь использовать для тестирования, для проверки работоспособности ваших методов, которые вы написали, все же тесты. А не идти и собирать всю систему в целом, а потом пытаться разбираться, почему она не работает. Да, то есть мы напишем book сервис. А, тут уже есть тест. Переименуем чутка для красоты. Book сервис тест. Соответственно, заавтоварим наш book сервис. Напишем метод check books и попытаемся вызвать. Да, то есть как бы нам должно прийти то, что ну, пока что нас удовлетворяет хотя бы вот такой тест, что книжки, которые вернет нам Book Service, будут не нуловыми. То есть, потому что если они будут нуловыми, значит что-то произошло не так. Мы это все будем видеть постепенно. И... Хотя будет там пустой массив или нал, если ничего не придет. Там должен быть ошибка, если, ну, то есть, если мы предполагаем, что там будет пустой массив, то придет пустой массив. Если же сервер не предполагает, то есть возвращает ошибку, то будет ошибка. То есть там, если он выбросит ошибку, ну, то есть в плане возникнет там 404, то есть как бы он даст, ну, null. Да, то есть вот он тут пишет, что у нас 500-я ошибка, ну, понятное дело, вероятнее всего. Почему? Потому что вот, что у нас происходит, ну, вот, обращение произошло, то есть все хорошо. Просто у нас же здесь было unsupported operation exception. Мы же до этого писали наш сервис, который отвечал за данные и занимались тестированием только слоя REST. То есть, но не занимались слоем имплементации. Поэтому мы закроем все. Откроем наше первое приложение. Вот, в первом приложении у нас есть сервис, который назывался Book Service. Вот он. Это тот сервис, который должен был бы возвращать какие-то данные, да, но так как мы как бы не закончили его разработку, потому он на все методы возвращает нам ошибку. То есть unsupported operation exception. Все. Hey. Беда. Hey, беда. Вот. Мы здесь просто сделаем. Раньше возвращали, да, но прошлый пример нам не было необходимости иметь реальные значения в буксервисе, то есть нам не надо было, чтобы он работал вообще. Мы занимались конкретно рассмотрением слоя REST и REST MVC.
поэтому как бы и написание тестов на REST MVC, поэтому book-сервис мы оставили как незаимплементированным. Да, мы его мокали в тестах, поэтому у нас остался незаимплементирован. Вот. Ну и сейчас просто его наполним. 10, допустим, да. Вот так. Да, вот, вот и все, что мы тут поправим. Ну и, соответственно, перезапустим этот сервис, который должен нам возвращать наши фейковые данные. Мы можем, соответственно, пойти в браузер и проверить, что запрос по 7070 вот возвращает нам какие-то данные. Ну, то есть он там возвращает, там просто как бы наехало на кусок презентации, поэтому не видно, да, то есть... Вот, мы теперь, после того, как починили здесь, вернемся к нашему старому сервису и перезапустим тест на нем. То есть тест passed. Ну, то, что мы ожидали, то есть, что нам придет не нуловое значение, все выполнилось хорошо. То есть, нам пришло какое-то реальное значение, то есть, вероятнее всего, нам пришли все эти 20 элементов. Вот. Дальше будем разбирать по частям, что с ними не так. ДТО у нас немножко разные, да, то есть у нас там, мы специально сидели, занимались кастомизацией того, чтобы у нас возвращались различные, то есть не совсем соответствующие ключи, поэтому нам тоже надо озадачиться вопросом того, как правильно конвертировать ключи в Book ДТО и здесь, и там. Поэтому если мы там работаем с JSON, то нам необходим такой же маппинг, который был и с той стороны, иначе мы ничего не прочитаем. Да. Да, у нас был I, did и aus. Вот, то есть маппинг, понятное дело, надо сделать, реализовать. Ну и после этого, допустим, мы должны расширить наш тест. Только всего открыто. Так. Да, то есть мы должны постепенно расширять наш тест. То есть к тому, что так, 10, допустим, мы возвращали, да, ожидали. Ну и, соответственно, ну, давайте проверим хотя бы первый. Ну, можно. По сути, как бы теста должна быть только одна причина быть считаться неуспешным. Ну, то есть только одна причина. Но, в общем, как бы, если вы можете одним тестом проверить большую часть функциональности, то оставляйте ассерты в одном тесте. То есть не так, что один тест, один ассерт. То есть в данном случае, как бы, ну, этот вариант подходит получше. Ну, я не хочу, допустим, здесь создавать, там, типа, еще один тест, который, там, типа, проверить, что по умолчанию пришло 10. Проверить еще что-то, проверить еще что-то. Это с точки зрения как бы написания тестов правильно, то есть с точки зрения определения самого теста,
Ой, пардон. То есть это правильно. То есть правильно делать, допустим, вот такую вот чейн. Стенд, допустим. То есть он правильный, да? То есть написать два вот таких теста, да, и в каждом проверять, типа, то есть первый у нас проверяет, что вернулись книжки, второй проверяет, что по умолчанию возвращается 10 книжек и так далее, и так далее, и так далее. По ним тогда проще отслеживать ошибки. Ну, то есть, например, когда, чем хорошо, да, то есть когда вы запускаете все тесты в среде выполнения, там, на Jenkins или где-то еще, у вас есть список, типа, всех тестов. Прошли, какие прошли, какие не прошли. И по имени теста вы четко можете понять, в чем прошла, там, произошла проблема. Да, то есть, как бы, не надо разгребать, то есть, не надо открывать и смотреть детали самого теста, что прошло в тесте конкретно не так, да, то есть, в данном случае, как бы, мы смотрим, что если у нас провалился вот этот тест, то, значит, проблема однозначно в том, что там пришло больше, чем 10 значений, или меньше, чем 10 значений, или не 10 значений. То есть, мы однозначно по имени теста понимаем проблему, то есть, откуда она возникла. Когда у нас был один метод, да, ну, то есть, который там просто типа check, books, response, внутри которого мы бы написали 10 ассертов. Мы бы поняли, что что-то произошло вот в этом тесте, но конкретно на ответ, а что же произошло не так, мы не получили. То есть, и здесь как бы такой, и так хорошо, и так хорошо. Так у вас получится куча однообразных тестов, то есть однообразных методов. Ну, вот, и больше тогда читаемость с точки зрения системы, да, то есть с точки зрения там continuous integration. Вот. А в предыдущем мы как бы все в одном месте. Меньше пишем, меньше тестируем, меньше занимаемся какой-то ерундой еще в процессе. Да, в общем, нет истины в этом. Истина в вине. Поэтому пришли, выпили и счастливы. Так. Ну, соответственно, вот эти два теста, допустим, у нас прошли. Почему? То есть здесь еще как бы хорошо в этих тестах, то есть вы тогда не проверяете ни предусловия, ни постусловия. То есть вы однозначно ожидаете, что, допустим, вот в этом тесте вы проверяете только размер, соответственно, вы ожидаете, что размер не может быть нуловым. Поэтому вам не надо проверять ни предусловия, ни постусловия, что что-то остальное там выполняется. Ну, давайте уже напишем. Check, там, допустим, first book has ID 0, да? Что такое разное время выполнения? 330 миллисекунд, 1040. Контейнер поднимался, он включил время старта контейнера, время теста. Тест на самом деле выполнялся быстрее, но как бы вот так. И еще немаловажно, может сыграть роль кэширующий сервер. То есть первый запрос, который, допустим, выполняется на сервер, он выполняется дольше, а потом второй берется с кэширования. Но нас там нет, но может быть просто на самом уровне embedded Tomcat стоит кэш. Врублен просто на уровне HTTP уровня. А, вот, ну... В данном случае, как бы, здесь больше повлиял запуск контейнера. Если наверное. Ты не ставишь, ну, то есть там... Не тот, не тот не скажет, да. Не тот, не тот не признает. Так. Да. Проверить можно, отправить запрос. Ну, тут нет другого запроса пока что. Можно просто, на самом деле... Ну, можно попытаться сделать, типа, reset. Может, сам REST template еще кэширует. У него нет метода reset. Никогда нет. То есть, либо кэшируется на уровне запроса, либо кэшируется на уровне этого HTTP сервера, который встроен как embedded. То есть вот у нас три теста. Да. Ну, в общем, такой подход написания тестов грамотный и, в принципе, предпочтительный. Но я пишу большие толстые тесты, потому что мне в одном тесте надо отладить кучу вещей. Мне проще запустить один тест и отладить все в нем, чем запускать как бы десяток маленьких. Хотя и то вроде бы неплохое.
Поэтому выберите свой стиль и пишите уже в своем стиле. Да? Ну, только замечайте, да, то есть, что название теста, допустим, вот, оно однозначно характеризирует, что проверяется в тесте. То есть не просто там, что от балды назвали, да, то есть, ну, так и пишешь. Проверить, что первая книжка имеет идентификатор 0. Он так и берется, да, то есть, и, собственно, название теста однозначно говорит, что там происходит и что с чем сравнивается. То есть вы можете подсказать, да, то есть если мы выбрали, типа, там, public void check first book valid, тоже поставили бы ему аннотацию тест, пардон, не ту. Да, вот, что проверяет вот этот тест? Вот вы будете смотреть, там, анализировать прохождение тестов и зададитесь вопросом, что проверяет вот этот тест? Что значит валидная книжка? Что значит невалидная книжка? Не порванная. То есть, как бы, да. То есть, не порванная, да, там, не заслюнявлена, не порисована, не знаю, не склеена. В общем, что значит валидная книжка, да? То есть, сразу надо вспоминать какие-то там бизнес, надо идти к менеджеру, да? То есть, у нас всегда подразумевает, что менеджер знает все. Менеджер не знает ничего, вообще ничего даже здесь знать не обязан, да? То есть, идут там бизнес-аналитиков терроризируют там лидов и так далее. То есть, а что, вот, как это писать, какие требования? Нет. То есть, тест должен отражать именно то, что вы проверяете. Чем лучше вы выберете название для своего теста, тем лучше, как бы, понятнее будет, что этот тест делал. А потом будет понятнее, почему в этом тесте случилась ошибка и почему ее надо там исправить. То есть это ничего страшного в данном случае. Вот. Поэтому называть тесты можно называть длинным-длинным образом. Ну, желательно, как бы, вкладывайте, чтобы влазило, да, вот тут вот вертикальную палочку такую, которая проводится. Не знаю, вот. Вот не длиннее вот этой палки можно называть. Там не видно, да, у кого запись, да, то есть, как бы, в нашей идее там есть определенный лимит вертикальной границы. То есть, такой длины тесты можно называть. Ну и, соответственно, если вы в тесте проверяете только выполнение достижения, допустим, одного условия, то есть, это хорошо. Вот, тогда, как бы, единственное, с чем вам надо будет работать, это с тем, чтобы грамотно организовывать before методы и allow, да, то есть, потому что у нас, допустим, здесь все неправильно. Мы через одно место все поступили, сделали, да, то есть нам надо было бы сделать, допустим, вот так вот в методе с аннотацией before нам надо было бы сделать each books вот так вот, да, соответственно, вызвать вот эту уже логику и убрать. Вот так вот. И наш тест свелся, по сути, там, в каждом тестовом методе до одной строчки кода. Ну, вот даже в этом примере можно было бы сделать before класс. Аннотацию с точки зрения before. Ну, каждый из ваших тестов должен содержать часть его инициализирующую, часть, соответственно, выполняющую само действие, и часть проверочную. То есть, если там само действие, как бы, может быть не столь важно, как сама проверочная часть, то его можно там исключить. В данном случае мы, как бы, переместили часть получения книг в step before, то есть step конфигурации. То есть, почему? Потому что нам важно было в самом тесте проверка соответствия книги и с какими-то характеристиками. Да? То есть, books, там, null, не null и так далее. То есть, нас не интересовал сам flow получения книг на этот момент в этих тестах. Вот так. Такие вот сложные пироги. Да, ну и, соответственно, надо, наверное, что-то еще сделать с нашей заглушкой, пока мы не разобрались, как ее делать правильно. То есть нам надо нагенерировать тайтлы. Вот такой будет ваш шаблон, да? Там title и author и. Соответственно, проверим, что сериализация в общем работает правильно. Там есть другие тестовые подходы по организации сериализации. Мы чуть тоже позже пойдем.
Пока просто уже закончим в едином стиле. Где Вадим? Вадима здесь нет. Что надо? Что надо? Иди разбирайся. Ну и ничего не надо. А нет. Get title, equal to title zero. Да, то есть я поменял подход к именованию методов. Я там через нижнее подчеркивание добавил значение, с которым оно сравнивается. Ну, чтобы было видно, с чем что сравнивать. Единственное, пробелы мы никак не заменим, но примерно хотя бы указать на то, что собой представляет тест, мы можем. Да? То есть вот в этом методе мы проверяем, что title у нас будет равняться title zero, ну, то есть если до первого аргумента нашего сервиса, и, соответственно, то же самое сделаем для автора. Get author. И там автор 0. Понятное дело, что если мы запустим этот тест без перезапуска, ну, то есть без перезапуска нашего родительского сервиса, то есть у которого мы берем данные, в котором мы запрашиваем книжки. Ой, да. Мы ничего не увидим, потому что мы не применили аннотацию теста. То есть вот эти два метода, да, которые провалились, которых вот нам пришло, что null, и во втором тоже null. Ну, потому что до этого все значения, которые мы генерировали, у нас были не проинициализированы. То есть мы их вообще игнорировали. То есть мы это переименовали. И перезапустим тест. Ну вот, все тесты прошли успешно, шикарно, и все довольны. А после того, как вы уже убеждаетесь в том, что вся часть по интеграции с внешним ресурсом работает успешно, вы можете приступать непосредственно к его там визуализации и рендерингу. Да? То есть то, с чего мы пытались начать в самом начале, но то, что у нас, соответственно, не получилось. То есть разработка должна у вас идти как бы по частям, по слоям, постепенно. То есть вы должны проверять как бы по каждому маленькому шажку, условно говоря, что у вас происходит там что-то или не происходит. Вот. Есть, там мы говорили про тесты, есть специфические срезы Spring Boot. Специально именно для сериализации. Мы рассматривали просто все. Мы рассматривали до этого просто аннотацию, там, тест. Вот. Но есть именно аннотация JSON тест. Что это чисто за аннотация? Это аннотация, которая, допустим, она будет работать гораздо быстрее. Ну, то есть тесты будут здесь работать гораздо быстрее, потому что им не нужно прогружать там ту часть контейнера, которая отвечает, допустим, за работу с базой, еще чем-то. Но основное их предназначение – это проверять, правильно ли у нас сериализуются данные и где сериализуются данные. Вот, то есть все достаточно таки прозаично. Да? Вот мы его сейчас тоже напишем, вы не занимаетесь. То есть вот этот тест, допустим, который мы писали, да, то есть который мы пытались проверить, правильно ли у нас сериализуется, десериализуется, он по логически не должен здесь присутствовать. То есть здесь вы должны были бы выполнить запрос, проверить, что запрос там вам вернул, проверить по состоянию там каких-то критериев, определить, что книжки вернулись успешно, неуспешно, а часть, которая отвечала бы за сериализацию, десериализацию, там, book DTO, вы должны были бы занести в другой тест. Да, то есть, например, вот тут вот у нас Java класс, мы там book DTO JSON test. Вот, то есть нам нужен
аннотация JSON-тест для указания, что мы будем тестировать только JSON. Вот, и нам нужен будет run with, ну не обязательно, кстати, раз win, но уже spring надо. Да, то есть будет работать автоконфигурация или не знаю, всегда, короче, его ставят. В общем, если у вас не работают по какой-то причине спринговые тесты, поставьте runner обязательно. То есть вероятнее всего, то, что в автоконфигурации он не подтянул класс запускающий. Да? То есть тот объект, который отвечает за запуск всех тестов, за запуск, поиск, инициализацию. То есть в данном случае аннотация run_with, она у нас из JUnit. То есть сам это не спринговая, это JUnit. Да? То есть для того, чтобы JUnit мог интегрироваться с любой системой, то есть любым фреймворком, у него есть интерфейсы для раннеров. То есть это специфические классы, которые запускают тесты. Перед тем, как запустить тесты, допустим, в Spring, надо проинициализировать весь контейнер. Инициализацией контейнера занимается Spring Runner. То есть если этого не сделать, то все ваши тесты будут фейлиться. Вот, да? Если вы там будете запускать там, в Android тесты, там тоже нужно будет использовать Android Runner. То есть задача которого проинициализировать там, часть в Android, настроить connection между вашим девайсом и компьютером для того, чтобы запускать тесты и так далее. То есть вот эти вот интерфейсы раннеры, они никуда не делись. Вот у нас есть JSON. Так. Тестер. Вот есть такая штука, JSON тестер, которая как раз и будет заниматься нашим тестированием сериализации или десериализации. Да, он еще не открывает. Моделей. Да, то есть мы можем там, допустим, брать void символ серии символ d c relation вот только я ага, вот этот парс. Так. То есть создаете там, ну, string. Наш текст. Положим сюда ID. 10, допустим, да? Будем делать тест, задача которого проверить, там, правильно ли сериализуется или десериализуется в нашей системе, будет ли он. Да? Вот, соответственно, ну, методы write для того, чтобы записать объект в строку, методы, допустим, там, read, когда вы читаете из какого-то определенного источника, ну, то есть там, с файла, с... ну, то есть со стрима и так далее, да, и методы parse, если вы берете строку, как бы, ну, в данном случае возьмем строку. Что у нас? Вот. Ну, и на самом объекте вы уже можете... не пишет. Да. Вы уже можете выполнять проверки. То есть в данном случае у нас будет со сёртов сёрт это. Так. Первым идет actual parse get object get id равняется 10, допустим. Bisecure.
10. А вот такой простейший тест. А, блин. Пардон. Джексон тест. Я не тот тестер заимпортировал. А, там в чем разница, то есть у вас может быть несколько различных тестеров, то есть отдельно тестер там для Джексона, отдельно тестер там для Ксона, отдельно тестер там для любого другого JSON-сериализатора, который есть у вас на текущий момент в вашей системе, ну то есть в вашем Spring-приложении, потому что сериализаторы и десериализаторы могут быть разные, поэтому вы тестируете не в общем сериализацию, а сериализацию конкретно под... Ну, то есть под вашего сериализатора. Ругается. Да, ругается. Сейчас. Непонятно, что он ругается. А, пардон. Ну, как всегда. Давай. А все должно быть нормально. Failed load application context сейчас. You. Это ерунда. Ну. Нет. Я его не видел. Так. Значит, поищем, почему он не работает. Мы, кажется, забыли вот эту штуку. Все равно. Все равно не видит. Где? Да нет, тут все нормально. Название должно быть ему. Вот, то есть он по типу не может найти такую штуку. То есть он не может найти его по типу. Может перерыв? Да. Сейчас найдем. Сейчас.